Девчонки, всем привет! Очередное видео о пустых баночках, но на этот раз это уже такие уходовые продукты, типа гели для душа, шампуни, дезодоранты, зубные пасты, кремы, ну и так далее, скрабы, пилинги и все такое. Начнем мы, наверное, с ухода за телом и покажу вам один бюджетный крутой продукт от польской, по-моему, компании Зиая, я не знаю, как эта компания называется, бренд, я вставлю фотографию поближе. Это гель для душа на базе масла какао. Девочки, это взрыв мозга, не знаю, с тех пор, как я его для себя открыла, он у меня должен быть постоянно. Это, наверное, не знаю, третий или четвертый бутыль, у меня еще в запасах там 5 новых и сейчас 2 уже открытых в душе. Я просто, у меня это вот такой момент просто как бы... кайфа. Вот когда я слышу этот аромат в душе, это у меня такой спа-ритуал, время для меня, для моего тела. Это у меня уже такая реакция, знаете, как собака Павлова. Я просто слышу этот аромат масла какао именно вот в этом продукте, и я расслабляюсь в душе. Я не знаю, как это работает, но оно так работает. И разочарование, о котором я вам рассказывала, это лосьон для тела от Desert Essence. Я его так и выбрасываю, оно испортилось, я просто не успела им допользоваться, потому что оно мне не очень нравится. Я не знаю, оно какое-то такое, средненькое. Гель для душа от Andalou Naturals с алоэ и мятой. Очень классный, такой взбадривающий, охлаждающий, такой свеженький. Ощущается потом на теле такой холодок. Очень классный. Единственное, мне в гелях для душа я пробовала уже и цитрусовый тоже от Andalou, еще какой-то. Они все классные, кроме того, что у них очень жидкий состав, жидкий сам гель. Поэтому, когда ты им пользуешься, много чего, знаете, просто как бы стекает сквозь пальцы. Мне это не очень нравится. В остальном состав классный, хорошо вымывает. Это мой фаворит уже много-много лет. Это гель для интимной гигиены от греческой натуральной компании Apivita. Это, но он называется Intimate, именно вариант плюс. Там у них есть Gentle, Daily, по-моему, и плюс. Те два мне не нравятся, но опять же, наверное, это на любителя. Этот классный, я ему не изменяю уже много лет. Я вам советую, потому что Apivita, они очень щедры на пробники. Если вы увидите стенд Apivita или магазинчик, бутик Apivita, зайдите, просто попросите тестеры этих трех гелей для интимного ухода, и я уверена, вам понравится, вот во всяком случае, этот точно. Тоже от Apivita, но это уже такой как бы два в одном мужской продукт. Men's Care серия. Знаете, как мужчинам нравится и гель для душа, и шампунь, и все в одном. Я с большим энтузиазмом покупала для супруга, была уверена, что ему понравится. Нет, не знаю почему. Аромат классный, состав крутой, классно работает, вымывает. Ну не знаю, как-то вот не пошло и все, поэтому я уже честно последнее время уже просто его просила и как бы добить эту банку, чтобы я уже от нее избавилась. Как-то вот она вот там лежит и лежит, а у него рука всегда тянется к чему-то другому. Когда я его спрашивала, почему, вот что в этом плохого, вот в этом продукте, за что ты его можешь как бы критиковать? Он говорит, нет, не за что, ну как бы иди пойми мужчин, я не знаю. Так, продуктик для волос. Обожаю. Наши Argan. Недавно снимала видео. Я просто обожаю эти продукты. Это вот эта вот мгновенная маска, стайлинговый спрей, лосьон, эмульсия, молочко. Не знаю, как это назвать. В общем, это все в одном. Это очень удобно. Я даже сегодня наносила. Просто на влажные волосы наношу, расчесываю. Потом, если хочу, оставляю так. Сегодня они просто сами высохли. Если хочу, сушу феном. Чем хочу, как хочу, но этот продукт у меня всегда в волосах. Опять же, фаворит многих-многих лет – это мыло черное Агафии, травы и сборы Агафии. Обожаю его для волос, чередую с разными другими, давно не пользовалась, если честно. Постоянно тестирую что-то новенькое, но сейчас открыла новую банку, и она у меня уже в душе. Я тестировала эту линейку с маслами от Garnier. Это... масс-маркет, но они создали линейку шампуней, бальзамов, кремов для волос с добавлением разных натуральных ингредиентов. И я тестировала линейку с касторовым маслом и миндалем. Шампунь мне, вот этот вот шампунь, он мне не очень понравился. Я не знаю почему.
Вот именно как и с этим продуктом для моего супруга. Вот вроде бы все классно, но как-то он меня впечатлил меньше всего. Его бы я не покупала вновь, но бальзам от него, он до сих пор у меня в душе шикарный. И вот крем для волос я сейчас принесу. Покажу бальзам и крем для волос. Они вот такие. Те, я уверена, даже когда они у меня закончатся, я буду покупать вновь и вновь и вновь. Несмотря, что это масс-маркет, бальзам для волос и крем работают вот так. Продуктик, который мне не понравился, вот Londa Style, называется Gloss Spray. Типа такой аэрозоль, который придает блеск волосам. Я его наносила на влажные, на сухие, на укладку, до укладки. Короче, непонятно как. На моих волосах он не дает ничего, кроме как... Какой-то распылитель такого мелкодисперсного, я не знаю, масла, что ли, с какими-то, может быть, мелкими блестками. Я не знаю, вот здесь уровень сияния самый низкий, 1 из 5. Какой-то такой продукт. Именно как бы качество волос он не меняет. Он просто поверх, знаете, распыляет какие-то там блесточки и маслица так, чтобы они блестели. Не люблю такие продукты, просто добила, чтобы выбросить. Вот из того, что люблю, это... Марка, которую я тестировала, я себе купила 5 или 6, всю линейку, короче, которая у них есть. Girls Only, сухие шампуни, это вариант для брюнеток, мне очень понравился. Он настолько незаметен в волосах, и он дает такой деликатный объем, как-то деликатно борется с, да, загрязненными корнями, но он не оставляет вот этих вот белых налетов, видимых таких седых волос. В общем, мне понравился, я буду покупать еще. А пока у меня... Еще там в ванной, по-моему, 4 других, которые нужно добить. Шампунь Andalou Naturals Argan and Sweet Orange. Мне очень понравился, девчонки. Но пока я его допользовала и решила вам рассказать, насколько он крутой, я его больше не могу найти нигде. Сори, я бы сама себе еще купила. Он очень хорошо питает, увлажняет волосы. Очень как-то очищает, но так бережно, щадяще. Волосы красиво блестят после него. В общем, реально крутой аромат. Здесь какого-то свежевыжатого апельсина, грейпфрута. Очень классно. Я вставлю фотографию, вставлю название. Если вы найдете где-то, то дайте мне знать. Я тоже себе еще хочу купить. Баночка просто детской присыпки, которую я использовала как сухой шампунь. Я вам уже снимала видео, рассказывала, что детская присыпка работает ровно как и сухой шампунь от Lush, от Giovanni у меня сейчас в ванной. В общем, они работают одинаково. Поэтому у меня вот так периодически заканчиваются или те баночки, или вот эти баночки. Они у меня есть везде. По дезодорантам. Это мои два самых любимых дезодоранта на данный момент. Это Schmidt's Bergamot Lime. Заказывано iHerb. И это Sea of Spa. Израильская косметика. Bio Spa. Вот этот именно мужская версия, коричневая. Его я покупаю в Киеве в... В торговом центре Олимпийский, по-моему. В Кишиневе его покупала, в Сан-Сити. Можно просто забить в интернет. Он часто на всех сайтах распродан. В последнее время на него цена очень выросла. Он сейчас в Киеве стоит, не знаю, 400 или 500 гривен. Ну, для дезодоранта это, мне кажется, дорого, но он реально классный. Вот такая еще штучка от Garnier Fructis. Активатор роста. Такая как водичка, которую наносишь на корни волос, втираешь, да, ну типа стимулирует рост волос. Ее использовал мой супруг, мне прислали на обзор, но я попросила его тестировать, так как мне как бы сложнее увидеть, активирует он рост или не активирует. Он с удовольствием использовал, сказал, что ему понравился вот этот вот дозатор, понравилась упаковка намного больше, чем у этих Виши. Как-то там, в общем, профессиональные линейки. Что значит упаковка? У него к этому рука тянулась намного чаще, чем к тому профессиональному, потому что просто ему нравилась бутылочка. Он говорит, очень удобно в использовании. Там же такие вот такие как дозы, которые надо прокалывать, потом они высыхают. В общем, к этому у него рука тянулась постоянно. Он говорит, приятный, классный продукт. Не знаю, если он что-то сделал, но использовать было приятно. Вот вывод моего супруга. Дальше. Это спрейчик-антисептик для рук. Я вам 100 раз уже говорила о нем. Madre Labs. Обожаю его. Сейчас у меня тоже еще 5 штук по всем сумочкам в машине, дома, везде. Далее. Крем Skin Eternal Cream. Это ночной крем от Source Naturals. Тоже обожаю. Сейчас у меня еще 2 новых запечатанных. И моей маме постоянно покупаю, и моей сестре постоянно покупаю. Он крутой. Вот такой вот скрабчик для лица от Sheer Moisture Shave
facial wash and scrub. Это типа продукт, типа и скраб для лица, и умывалка, и для бритья подходит, в общем, все в одном, и органически. Короче, не понравился ни моему супругу, ни мне. Он просто испортился, он какой-то жидкий, течет, воняет, в общем, что-то странное, мы его выбросили. Вот такой вот из хороших составов Jason минеральный санскрин. SPF 30, мы его добили, но текстура, знаете, как у многого чего минерального, натурального, полезного, такая как бы, вновь я бы им не пользовалась, я просто добила, потому что он у меня был. Вот такие вот три масочки для лица из серии зверюшек. S&P с iHerb покупала большую коробку, но для меня это больше такое баловство, раздариваю племяннице, подружкам, мои малые иногда бегают в этих масках по дому. И вот такая маска Aloe Ultra Hydrating Essence Mask, но чья это, корейская, но не знаю, Экел марка, не помню, откуда она у меня, но мне она понравилась, я поищу откуда и постараюсь заказать вновь. Влажные салфеточки Elf, которые использую для снятия свотчей с рук при съемках, но также снимаю иногда макияж, где когда в поездках, в отеле, в самолете, где-то, в общем, иногда даже дома, когда просто нет сил дойти до ванной, то я вот, они у меня есть в тумбочке, и я иногда, ну, стараюсь редко, но снимаю макияж ими, очень классно, как бы ничего не могу плохого сказать. Масочка неплохая от Himalaya, Neem Face Pack, она содержит Neem и турмерик, они очищают, подсушивают разные воспаления, прыщи, высыпания. Это такая для проблемной жирной кожи с высыпаниями. Я не успела ее допользовать, половину просто испортилась, но она мне нравилась, так как она очень сильно может пересушивать кожу, я ей пользовалась только летом. Далее гель для умывания от Beyond из серии Pore Expert, типа глубоко очищающий поры. Мне понравился гель как гель, очень хороший, все корейские гели для умывания и пенки мне очень нравятся. Именно чем он отличается от других, прям так вау, не могу сказать, но классный, как и все другие. SPF от Avène, SPF 30, очень легенький, high potency, водостойкий, вот в такой вот упаковке. У меня есть еще такой же SPF 50, сейчас в ротации, этот добила, сейчас добиваю SPF 50. Avène мне нравится, у меня много их продукции по уходу, особенно SPF мне нравится. 4 пасты зубных. Вот две таких, Xili White, одинаковых, мне они очень нравятся, зеленые, я вам постоянно о них рассказываю, постоянно их покупаю в новых покупках, заказах, iHerb, они у нас всегда есть дома, очень нравится. Паста, которую всегда покупаю детям, тоже очень нравится, от Веледа, Tooth Gel, вот такая, тоже сейчас в ванной есть, заканчиваем следующую, очень нравится. На, как говорится, смену я им покупала, тестировала Blueberry, от Jack and Jill, тоже натуральная паста, но она не сравнится с вот этой, поэтому то я думаю, я уже много лет ее покупаю, давай с чем-то сравню, что там люди рекомендуют, советуют, на что классные отзывы. Вообще, даже близко не стояла, поэтому опять же возвращаемся к этой. Очень классный крем для пяточек, для стоп от немецкой марки Laufwunder Lipid Balm. Бальзам с липидами. Вот так вот выглядит. Я постараюсь найти новую упаковку, но вставить, чтобы вы понимали, как он выглядит в реальности. Супер классный, супер классный. Он настолько легкий, что ты, когда его наносишь, он сразу впитывается, тебе кажется, ну что может настолько легкий продукт дать, там, напитать сухие пятки или там потрескавшиеся пятки. Но он реально творит чудеса, он очень классный. Не липкий, не вязкий, быстро впитывается, но реально творит чудеса при этом. Один кремчик от марки Belle Fontaine у меня закончился. Я делала обзор на эту марку, снимала для вас видео, мне очень понравилась эта линейка. Прям очень-очень-очень. Я не купила вновь эти продукты, потому что у меня много всего, которое половина портится, не успеваю пользовать, не успеваю тестировать. Но если бы мне надо было сейчас покупать уходы, я бы присмотрелась к этой марке обязательно, и обязательно бы что-то из этих продуктов для себя купила. Далее, марка, которая мне очень нравится, это немецкая марка Club профессиональная. И у них есть эта серия Си. Sea Bright, по-моему, это крем, он более плотный, я его использовала на больше на зиму, но самый мой любимый продукт от этой марки, это у них такая эмульсия легенькая, оранжевая, с витамином С, это бомба.
Я себе еще одну заказала, кстати. И вот здесь у меня несколько таких travel-версий от Andalou Naturals. Это их очищающий тоник с алоэ для очищения пор. Это их умывалка, кремчик легкий с витамином С, кремчик ночной с витамином С. Это из серии с витамином С, который мне очень нравится. Я часто покупаю такие наборчики от Andalou Naturals. На iHerb они продаются такие, ну, там 5 или 4 миниатюрки из одной серии. Очень удобный метод протестировать какую-то линейку, в которой, ну, вы не уверены, понравится, не понравится. И, соответственно, они мне постоянно в путешествиях со мной. Постоянно. Вот и все, девчонки, вроде бы с пустыми баночками мы на сегодня закончили. Я сейчас все это в пакет и в мусорку. Вы себе не представляете, какое у меня счастье. Нет. И да, не в обычную мусорку, девчонки, а в специальный контейнер для переработки пластика, ресайклинг. Я помешанная на теме ресайклинга. Может быть, как-то сниму видео на тему ресайклинга. Я хочу вам сделать видеотур по станции переработки пластика, бумаги в Украине. В общем, я помешанная на этой теме, и я очень хочу... Хотя бы максимально то, что я могу, да, со своей стороны в этом направлении максимально сделать все правильно, да. Не использовать пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, не выбрасывать это все. В общем, эта тема такая длинная. Об этом поговорим в другой раз, но сейчас у меня это все идет на ресайклинг. Все, до скорых встреч, пока.